Здравствуйте, друзья! На этом видео я хочу вам показать новый способ, метод, как можно делать ковер очень легко, просто, быстро и качественно, своими руками. Метод новый совершенно. Придумал я его сам, попробовал, получилось просто шикарно. Я вот решил с вами поделиться. Вот для этого нам нужно будет вот такой ткань плотный, как брезент. Ну, можно любой выбрать, лишь бы она была плотной для низа. Вот пряжи такие. Я выбрал такие цвета на мой вкус. Каждый может выбрать на свой. И вот такие вырезки с картона шириной 3 сантиметра. Ну, их количество зависит от размера ковра, который вы будете делать. При работе вот вы уже все сами увидите. Начнем делать.
друзья, дальше мы клеим коврик на ткань с помощью клея Найрит. Вот такой клей. Это клей для обуви. Она идеально подходит для таких материалов и очень хорошо клеится. Все, друзья, у нас получилось вот такой интересный и очень мягкий коврик. Надеюсь, вам понравился. Подпишитесь на канал, ждите новых видео. До свидания, до новых встреч.